В Атрау спасен тонувший 8-летний мальчик. Событие произошло в полуденное время. Как оказалось, ребята решили искупаться и пошли к реке без сопровождения взрослых. И во время купания один из детей начал тонуть. К счастью, житель, проходивший мимо, спас ребенка от гибели. Он оказал первую помощь до приезда врачей. Напомним, что купальный сезон в регионе пока официально не открыт. Поэтому специалисты предупреждают родителей, чтобы они были внимательны к своим детям.